Для меня переломным моментом вот, в осознании этой политики было, помните, вот эта вот замена Зядикова на Евкурова? Да. Там такие обвинения выдвигались, вплоть до того, что господин Зядиков, значит, ежемесячно 30 миллионов рублей давал боевикам. Да, они вот почему-то они не трогали. Да, старались убить все время. Убрали Зядикова, поставили Евкурова, что терроризм кончился, коррупция закончилась. Нет, все продолжается. Оказалось, дело, понимаете, одна лоббистская группа решила судьбу пригородного района. Зядиков сопротивлялся, чтобы пригородный район полностью отдавали Северной Осетии. Та сторона это дело пролоббировала, Зядикова убрали, Евкурова поставили, пригородный район отписали. Но на Северном Кавказе очень длинная память.